На новенькие портфели Халухаевы даже не надеялись. Визит гостей для них – приятный сюрприз. В семье 9 детей, большинство из которых – школьники. Каждому из ребят дарят карандаши, ручки, тетради, альбомы и портфель. Первый класс, да, что диги, а был я сам не несу в форме, воротники, за день несу. А весь танц был уханом, и цежика, что сама же сами сайси. Царь я был я рукан сун, и что ему день несу. Он хам, если это сам и цеж, и вот жёхка, и шиниги, если и цеж. Подготовка к новому учебному году требует немалых материальных затрат, и не для всех семей реально закупить со всеми школьными товарами. Вот и для Медовых, в которой 10 детей, предсентябрьские хлопоты несовместимы с семейным бюджетом. Акция «Собери ребенка в школу», инициированная главой республики, проходит в Ингушетии уже не первый год. Помочь стараются в первую очередь тем, кто реально нуждается в поддержке – сиротам, детям из малоимущих семей и больным малышам. Списки у нас малоимущих у нас в администрации есть, то есть раньше делали подворный обход. Помимо этого, люди сами сдают заявление, мы выезжаем, делаем акт обследования, этим мы делаем сразу выводы, что эти семьи малоимущие или многодетные. Всего в рамках акции до конца августа в Назрани школьные рюкзаки с канцелярией получат порядка 500 детей. Тамара Хашагульгова, Акрамат Асхоев, Магаз-24.